Всем привет! С вами Арчер 1016, это обзор модов Майнкрафт. И в следующей части Трайнкрафта мода я бы хотел рассказать вам о крафтах. Это вторая часть. Ну, давайте начнем. Для начала я бы вам хотел показать 4 новых поезда. Я их в той части не показал, так как не было времени больше снимать. Ну, давайте я вам их покажу. Первый у нас заливает сюда воду, но ведро это нам в нетер не попадает, потому что оно просто вылетает. И я делаю здесь вот эти вот ямки, чтобы они выпадали сюда. Также можно их забрать. Нажимаем, и у нас также выпадает. Да, выпало, вот все, я взял. Следующий, типа такого же, но сюда можно и лаву заливать, и воду. Давайте возьмем ведро, заберем лаву, положим воду. Ну, вот так вот. Следующий, это как бы лава-ввозитель, или как. Если мы сюда зальем лаву, то сверху у нас будет текстурка лавы. А если мы заберем лаву, то лавы уже здесь не будет. Следующий вагон. В него можно класть вещи. Ну, это во многие можно класть. Ну, ладно, это тоже так нормально. В нем можно перевозить свои вещи. Так, давайте перейдем к основной теме. И так как это мод Трайнкрафт, здесь нужно крафтить всякие разные новые верстаки. В этом моде они добавлены. И в этих верстаках можно крафтить новые поезда. Они имеют первый, второй, третий уровень, эти верстаки. И также обычный верстак, чтобы крафтить вот эти верстаки первого, второго и третьего уровня. Ну, давайте начнем. Как бы вот этот верстак крафтится с помощью двух железа, одной печки и 6 дубовых досок. Ну, не знаю, может быть, другие можно использовать. Ну, неважно. И как крафтятся вот эти верстаки первого, второго и третьего уровня. Вот этот крафтится верстак обычный. Ну, вот так вот я уже вам показывал. Первого уровня крафтится вот таким вот образом. 4 камня, 2 поршня и 2 железных слитка. У нас получается верстак первого уровня. Как скрафтить верстак второго уровня? Нам нужно 4 обсидиана, 2 поршня и 2 золотых слитка. У нас получается верстак второго уровня. Но это не очень затратно, так как верстак третьего уровня гораздо превышает ваши ресурсы. Вот, он крафтится из 2 алмазов, 2 золотых слитков, 2 поршня и 2 обсидиана. И еще светящийся камень. Это же вообще как затратно. Но зато можно крафтить любые поезда. Это же главное. Ну, вот так вот они все крафтятся. Давайте перейдем к крафтам поездов. Поездов. Смешно сказал, поездов. Как крафтится поезд первого уровня, которого можно заряжать, не знаю, чем, углем или чем. Он крафтится вот таким вот образом. Кладем Iron Fear Box, потом кладем Iron Boiler, Iron Chimney, одну палку, одну деревянную Wooden Frame, потом Wooden Wheels, это деревянные колеса. У нас получается вот такой вот черепан. Как бы вот запоминайте, как они крафтятся. Ну вот, это вам нужно запомнить. Следующее, второго уровня. Вот как он крафтится. Их целых 2. Это такой и такой. Это перевозной, а это обычный. Их нужно заряжать бензином. Это дизельные поезда. Если вы смотрели первую часть, то я вам все рассказывал, как их запускать. Но если вы не смотрели, то посмотрите. В общем, он крафтится из 2. Так, сейчас, подождите. Итак, в общем, крафтится он из steel frame 2 штук, 2 стальных слитков, одного фаербокса, не железного, а обычного. Потом стел кап, стел чимный, бойлер, не железный, а обычный. И 3 стел уилс. У нас получается 2 вот таких вот поезда. И следующий, 3 уровня. Крафтится он вот так вот. Это у нас на редстоуне он работает. Он более затратный тоже поезд. Крафтится из стального слитка обычного. Потом стелфрейм,
Stealth Wheels, 4 красной пыли, 2 Train Controls, наверное, двигатель, 1 Steel Cab, Electric Motor и Transformer. Прикольно. И у нас получается вот этот поезд. Как бы это не магия, я даже могу взять, если я возьму, то все эти крафты исчезли. Так что давайте я покажу. Это так крафтится, берем поезд, все исчезает. Следующий крафтится так. Берем его, тоже все исчезает. И берем этот, тоже все исчезает. Как бы вот во втором уровне дается 2 на выбор. Я выбрал вот этот, который сам. Ну, не сам едет, а нужно его заряжать этим дизелем. Ну, если вы половина ничего не поняли, как некоторые, ну, сделайте больше информации себе. Вот эту вот книжку, она крафтится из 6 стандартных путей, ну, из рельс, у меня просто стандартный путь называется, из рельс скрафтите, и одной книги. У нас получается вот это вот, Train Guide, это значит книжка. Вот мы берем, и здесь написано все крафты. Ну, вот все вот это можно прочитать, если вы английский знаете, и здесь этот крафт. Как бы, ну, я вам рассказал, в следующей части я буду рассказывать вам о той машине Builder. И всем пока, с вами была HD16, до скорых встреч!